И продолжаем. Во всех районах области завершился сев озимых. Об этом сообщает региональный Минсельхоз. В этом году посевные площади увеличены на 17 тысяч гектаров и достигли 428 тысяч. Озимые пшеницы, из них засеяно 384 тысячи гектаров, рожью 39 тысяч. Причем почти 10% отведено под элитные сорта семян. Это позволит увеличить урожайность. В лидерах Большеглушицкий, Хворостянский, Большечерниговский, Ставропольский и Пестравский районы.